гараже отцам. Недавно отцам переехал в город Медеин, и гаражу отцам исполнилось 25 лет. Большой, просторный, светлый гараж. Много машин. В основном ремонтируют Мерседесы, Шевроле и, конечно же, мой Volkswagen. Итак, друзья, это моя новая машина. Volkswagen Transporter T6. Новая конфигурация руль. Вот она, моя новая машина. Мода немножко другая. Наконец-то я ее получил. Она уже на моей парковке стоит. Пошли дальше. Давайте ее обойдем. Другой немножко внешний вид. Здесь стоял черный стакан. Вон тот. Мы поставили бутылку. Бардачок открыли. Бардачок закрыли. Все. Всякие прибамбасы стоят. Камера. Ну а здесь так, как у нас было всегда. Вот как всегда, кто-то звонит, блин. Машина инвалидная, поэтому в машине мы наблюдаем коляску инвалидную. Это Хевра отца. TDI. Новые глазки. Падает как-то интересно. Уже сумка тут с фирмой отца. Фары другие. Кресло мое старое. Салон уже укомплектован шторами. И это хорошо. Вот она, новая машина. И это новый лифт, который складывается только в одну сторону. Ходит по рельсу в одну сторону. Сиденье он не мешает. Открываются двери, и мы видим, что теперь здесь с этой стороны весь лифт спрятан с одной стороны. И вот посмотрим, как он раскладывается. Хоп, на меня. Я отхожу. Хоп.